Надеюсь, кто-то это найдет. Событие не было чем-то одним. Это был медленный скрип. Никто не пытался их остановить. Они хотят стереть нашу память. «72% мира под авторитарным рул. Демократия в упадке везде. В Европе, США, Индии, Филиппинах. Меньшинства молчат. Несогласных арестовывают. Соцсети сотрудничают. Мы ценнее зависимые и дезинформированные, чем свободные граждане». Я Франциско Авилес. Без фактов нет правды. Без правды нет доверия. Мы видели войны и геноцид, но это хуже. Поздно для меня. Но не для вас.